нас есть самое важное сегодня. Карточка Mercedes и 3 классных ресторана. А я яйца пашот хочу вообще. Яйца пашот, брянский завтрак и гранолу. Что ты любишь есть на завтрак? Мне очень сложно накормить сладким, сырниками. Я предпочитаю сэндвич, тост с сыром или тост с авокадо. Я очень люблю выпить стакан фреша, может быть, морковь с яблоком, яблоко с сельдереем. Мы в зигзаге. И здесь можно встретить половину редакции Гога. Будь это место для обеда, как сейчас. Мы пришли сюда на обед. Или вечером после 12 все всегда здесь. Оля, здравствуйте. Это будет паста с трюфелями и белыми грибами. Значить, це місце пережило три назви. Тобто ми хотіли назвати з самого початку, воно планувалося як троянда. Зигзаг – це щось таке динамічне, енергійне, це рух, це така несталість. І ми подумали, так це ж те, що ми хочемо принести в Київ. Є лічне свідання з Ольгою Сушко. Третє місце – це ресторан «Грана». Новое заведение Сергея Михайловича Гусовского. Вы готовы покушать? С удовольствием. Джозеппе, грация. Брускетта, шевр, козинцы, желтый помидор. У меня тартар из тунца в сладком чили. Кем хотите быть? Роберт Де Ниро или Аль Пачино? Мадонна.